Сегодня в Новочепецке было совершено покушение на президента Всероссийской Федерации волейбола. Глаза прям бешеные были. Ты гадина! Этого уже не увидишь! Нападавшим оказался известный в прошлом волейбольный тренер Михаил Ковалев. Раньше мы за ним такого не замечали. Да-да-да, конечно. Комментарий у родственников получить не удалось. Что ждет дальше новочепецкого душителя, решит. Слышь, может, я прав? А что надо, чтобы ты мне написал, что я здоров? Чтобы ты, жарабас, вышел отсюда и постучал сначала. Вот отходишь 50 часов терапии и гони куда хочешь.